Здравствуйте, дорогие мои зрители! Талантливый человек, талантлив во всем. Вырастить живность, испекти хлеб. Друзья, выпекать хлеб надо мать или талант, или знание, или все вместе. Я загуглила тут такую информацию и хочу ее зачитать. Талант или умение выпекать хлеб или выполнять ту или иную задачу, работу. Способность или навык – это приобретенное средством обучения умения, которое позволяет человеку эффективно выполнять определенное дело. Одаренность или талант – это врожденное существующее по умолчанию умение человека искусно выполнять определенную задачу. Задача выпекать бездрожжевый хлеб, как с цельнозерновой муки, так и с житней, с кукурузной, из муки высшего сорта. Обучиться самому, самовольно, по своему убеждению, сделать вот такую закваску и кормить своих деток, свою семью бездрожжевым хлебом на живой закваске. На данный момент за хлебчик выпеченный цельнозерновой муки. И закваска также с цельнозерновой муки. Цей хлебчик у нас має свій состав мука цельнозерновая, чистая вода, система очистки воды Spring, соль и вот тот же талант и умение меня, хитрук Елены. Дорогие мои, а в частности, любители птицеводы, перепеловоды, а давайте сделаем такий флешмоб. Який хлебчик вы дома сами выпекаете? Цей хлебчик був замес вручную, выпекався в духовочке и выпекався в таких формах. Такий хлеб мы можем приготовить только сами дома, давая положительную энергию. В результате мы будем получать вот такий прекрасный, вкусный продукт – бездрожжевый хлеб на живой закваске с цельнозерновой муки. Всем пока, дорогие мои! Так, талант или умение вырастить птицу, выпекать хлеб и быть хорошим человеком. Всем пока, дорогие мои любчики! Всего вам доброго!